изначально хотелось то сделать именно 365 фотографий, ни больше, ни меньше. Но площадки не нашел. Когда пришла мысль использовать именно эту доску объявлений, понял, что 365 не получится. Но опять же, приоритетное у нас что? Календарь? Нет. Приоритетное у меня лично фотография и визуальное восприятие. Поэтому сократил количество фотографий. Ну, скажем так, назвать это генеральной репетицией, наверное, нет, потому что это полноценное все-таки. Вот. Наверное, это будет 365 лайт. Ну, как модно, да, там сокращенно. Вот. Поэтому выбор к фотографиям подошел еще жестче. И вошли фотографии, которые практически за каждой целая история. Собирались они, конечно, не один год. Самая старшая, наверное, будет... Так, наверное, из первых цифровых, это лет 7-8. Ну, это единичная. Основная масса, это, конечно же, Донецк. Мной любимый. Ну, не только мной, но мной в частности. Вот. И в чем состоит сложная задача для меня здесь? Во-первых, должна восприниматься сейчас вся эта картинка, то есть должны фотографии быть, а предугадать это невозможно, потому что они все разного формата. Есть квадратные, есть 10×15, а есть некоторые подрезанные. Поэтому практически невозможно угадать, а какая же будет картинка. Ну, будем пробовать. Я уже, идя сюда, подумал, что... На таких же объявлениях, но других, если делать, если уже продолжать, почему бы и нет, то точно такая же картинка не получится. Но задача-то стоит все равно, главное какая? Восприятие. Потому что это все-таки фотография, а не календарь. Но так как это интегрировано в городскую среду, или как это сказать правильно, красивое слово интеграция, нравится. Вот. То оно должно смотреться. Когда мы стоим здесь, на близком расстоянии, оно воспринимается по одному. А стоит отойти на 10 метров, а на 20. На 20 это вообще будет абстракция. И вот надо так, чтобы оно воспринималось нормально, как абстракция, чтобы какие-то рождало эмоции, что ли. Какие-то там, идет человек, вау, и подбежал, посмотрел. Уже тогда... На тот момент переходный период он существовал, как бы, наверное, и это наложило свое отпечаток. Один прекрасный момент шел. И понял. А, нет, даже, наверное, не с этого момента. С этого момента началось все, когда в фильме «Джентльмены удачи» когда этот герой, которого, ну, доцент, когда он косому рассказывает, говорит, а что у инженера за жизнь? Работа, дом, скучно, ну, рутина. И он предлагает ему взамен другое. Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Смешно, ну, смех сквозь слезы, та же рутина. И фактически, практически каждый человек, он своя рутина, да, там, Поработал, даже если успешные люди, они вот очень серьезно работают для того, чтобы там поехать куда-то, съездить там в Египет куда-то, все. Но это опять же та же рутина. То есть съездил, значит, все нормально, галочку себе поставил и все. А деньги они так тук-тук-тук-тук-тук, ну там до 20 лет как-то еще не обращал внимания, как они пролетают, эти деньги. После 20 как-то чуть-чуть ускорилось. После 30 вообще этот начал как-то календарь работать в режиме вентилятора. И, наверное, оттуда пошли эти, что как бы вот день за днем протекает, а все. Вот вспомнить-то, а что было 5 лет назад в этот день, ты помнишь? Я не помню. И практически нереально. Это если кто-то, может быть, наверное, там ведет дневники, он там откроет и посмотрит. Так вот и здесь пошло, что
А если сделать вот маленькие фотографии и посмотреть, как из этого получится. Причем в последние годы я сторонник большой формы. 10 на 15 я вообще забыл, когда последний раз печатал. Изредка, там, если где-то кого-то там сфотографировал, там, маму, сестричку, там, друзей, это все равно 15 на 21, но это единичные экземпляры. 20 на 30 умер для меня так же, как и 10 на 15 несколько лет назад. Вот. Всегда, даже пробные, я печатал 30 сантиметров по короткой стороне. Но ведь малая форма существует, и она тоже имеет свою силу. И вот решил объединить тоже малую форму с большой. Сейчас это у нас малая форма, отойдем на 20 метров, мы получим одну большую. Причем неизвестно какую. И это тоже добавляет какого-то азарта, что ли. Ведь мы ж не знаем, как, а хочется. И, возможно, и переделывать придется. И это не пугает. И как-то все складывалось. Сформировалось окончательно месяца два назад, но не было площадки, потому что 365 фотографий, это примерно 4 на метр, если 10 на 15 делать. Ага, вот, нашлась. Долго искал площадку. Естественно, первая мысль была сразу в переходе. Но в переходе плиточки все вертикальные. А как наклеить горизонтальную фотографию? Поэтому от перехода отказался сразу. Искал, пока мест не увидел это место. Здесь художники собираются, то есть аура должна быть. Плюс понедельник. Люди бегут по каким-то своим делам, заботам. Куда-то, зачем-то. Опять же, та же рутина. Та же работа, дом. А может, украл. Или выпил. Посмотрим, как. Это будет диалог. С городом, со средой. С жителями. Сознательно пришла идея делать белую окантовку. Если изначально концепция как бы календаря, ну и быстротечности жизни и все такое, то как бы день ото дня он как бы отделяется, да, ну ночью там или еще чем-нибудь, каким-то событием. И вот когда представлял, как это должно выглядеть, вот решил, что, наверное, рамочка, белая эта окантовочка даст какую-то свою. Как это сказать? Плюс, может быть, это неправильно, это ж может быть и не плюс. Но что-то даст. И вот поэтому сделал такие вот белые рамочки. Сознательно ушел от портретов. Ну, в большой они, скорее всего, будут. Та, которая будет именно 365, там портреты будут. Здесь долго думал, пускать или не пускать. Ну, их не такое большое количество, ну, значимых. Я не имею в виду там какие-то, ну, коммерческие говорить нельзя, да, а то налоговая прибежит. Вот, ну, какие-то узнаваемые, скажем, и характерные в том понимании, какой есть классический портрет. Набралось бы несколько работ, и вот до последнего думал, делать, не делать, и все-таки решил в этот проект их не пускать, чтобы как-то сильно на себя не тянули.